шутки, шутили, смеялись и дурачились, как дети. Но все мы рано или поздно взрослеем. Такими вы их еще не видели. Татьяна Навка и Марат Башаров. Чуть должен был позже сесть на колени и упасть. Но симпровизировал. Но симпровизировал. И упал раньше. А с другой стороны, все-таки я же девушка. А девушка, когда поднимает другую девушку, может и позволить себе маленькую шалость. У нас, как в жизни, в настоящей семейной жизни, он идет любовь, и мы ругаемся, ссоримся, тут же миримся. Ты сегодня в баньке парилась, а я сегодня с 8 утра, и вчера работал, потом летел, завтра мне с 8 утра работать, вечером спектакль играть, а после тренироваться. Фига, все же работают. Все... Тогда надо было не соглашаться на этот проект. Наши тренировки с Татьяной мне в последнее время напоминают свидание заключенного с любимой женой. И за эти 15 минут, за час, они должны сделать все, успеть сделать все. Носик без ленты, кстати, тренировался. Приходи. И вылетел. Мы только сегодня приехали из Минска. Вот, и сразу побежали на тренировку. Вот, это у нас последняя тренировка. У нас всего было их 3. Мне очень-очень хотелось танцевать медленный танец. Я думаю, господи, почему же у нас большинство программ нужно бегать, веселиться. Я думал, что вот, когда будет медленно останется, посмотреть друг другу в глаза будет время. Отдышаться. Марат очень старается, терпит меня как может. Ты не понимаешь так, ты не понимаешь с поддержки. Как ты понимаешь? Сделаем так, как ты понимаешь. Я бегу к Тане на тренировку между съемками. Наслаждаюсь Таниным катанием. Получаю. Делай первую часть. А вторую? Жили приятели, пил и пол. Пил, была, пила, пола, была, половина. Все. Жили приятели, пила, пола, пила, была, пила, у пола была половица. Молодец. Молодец. Видишь, какая хорошая. Дорогие режиссеры, все, кто с ним снимается, я вас очень прошу, дайте ему закончить этот проект, дайте ему выиграть, и тогда он будет ваш. И больше Башарова никто в кино никогда не снимет. Встречайте, Татьяна Навка, Марат Башаров. Оказывается, Марат почти все время в коньках, даже когда машину водит. Ну, в этом тоже, наверное, причина того, как прогрессирует Марат как фигурист. Татьяна Навка, Марат Башаров! В абсолютно новых образах раскрылись Татьяна с Маратом. И вот только сейчас танец завершается. Да, дети с цветами несколько раньше времени вышли на лед. Так вот, абсолютно новые образы, смелые решения, замечательные. Помните предыдущие танцы Татьяны с Маратом? Такие веселые, пародийные номера были. А здесь... Лиризм, танец пронизан лиризмом, и фигуристы, по-моему, очень хорошо все это передали.
Но вы знаете, я не могу не отметить определенные шероховатости, некоторые помарки, с которыми была выполнена композиция, и наверняка, естественно, не знаю, что поставят судьи, но судьи могут все это отметить, во всяком случае, в первой оценке за технику. Перевращал на одну тройку больше, сделал, начал опаздывать, и из-за этого получилась вот эта история. Приехали позже, потерялся, и поэтому сплощен такая история получилась. Не склеились? Жалко, не склеились, не успели склеиться, и поэтому получилось, не совсем получилось, как хотели. Жалко, идея очень красивая. Ладно, мы еще сделаем эту историю. Татьяна Навка-Барабашар, оценки за технику 6-0, 5-9, 5-8, 5-8, 5-8. Средний балл 5,9. Да, за баллы высокие, но не максимальные 5-9, за технику. 5-8, 5-9, с артистизмом все в порядке. В сумме у них 11,8. Очень высокий средний балл. Но они отнюдь не лидеры. И это говорит о высочайшем накале борьбы в нашем проекте. Татьяна Анатольевна, ребята полностью поменяли образ, стиль. Как вам? Да дело не в образе. Они талантливые люди. Они могут танцевать все, как и... абсолютно разные танцы. Просто прекрасное было начало. Не поняла, зачем одели теплое, чтобы потом это все скидывать, да. Но это очень мешало. Ничего не изменило в танце. Но прекрасное было начало, до мурашек просто. И сразу характер, все. Потом было очень много разных срывов, которые помешали мне поставить высокую оценку, потому что все-таки я сняла и там по 0,2. Не могла этого не снять, потому что и вращение, и поддержки, и эмоции пострадали, потому что когда нет какой-то технической слаженности в дуэте, то... Вот я поступила так. Мне очень жаль, потому что мне кажется, что задуман он был, танец этот, очень хорошо. Просто, ну, так бывает. Что же делать? Бывает. Я их очень люблю, мне жалко. Мы еще сделаем. Спасибо. Поздравляю вас с первым лирическим танцем. Ну как, отдышались? Посмотрели друг другу в глаза? Посмотрели в глаза, и на самом деле это, мне кажется, у нас очень удачный танец. К сожалению, мы не показали того, что мы могли действительно показать. Какие-то несостыковки, плащ не вовремя упал. И я вам расскажу потом, Татьяна Анатольевна, если вы не поняли суть этого, суть раздевания нашего. Но я думаю, что мы еще прокатаем этот танец в том виде, в котором он должен быть. Да, Марат? Я очень благодарен всем, что сегодня мы откатали его именно так, как сегодня. Потому что, во-первых, я полюбил Татьяну еще больше. Я полюбил лед еще больше. И знаете, я вам честно скажу, что любовь – это великое из великих чувств. Даже когда любовь гладкая и без шероховатости, без усенцев, она не настоящая любовь. Я сейчас люблю вас всех. Спасибо вам большое. Еще больше. Мы будем работать, будем стараться. Ребят, трудно было на тренировках? Ведь такой резкий переход от комического танца к лирике. Очень трудно. Очень трудно. Душа просит что-то, что-то улыбнуться и что-то как-то пошутить в танце, но это очень красивая музыка. И тут нужно было... вытащить все свое нутро наружу и смотреть партнершу в глаза и считать реснички у Татьяны. Актерский талант вам помогает? Ну, если я здесь стою и разговариваю с Ириной Слуцкой в обнимку с Татьяной Навкой, наверное, помогает. Тань, что вы думаете?
Ну, я, честно говоря, боялась, побаивалась этого образа для нас, Маратом. Но я считаю, что нам это очень идет. Ну, чуть-чуть не хватило времени, ну, совсем чуть-чуть. Еще раз обращаюсь к режиссерам. Пожалуйста, отпустите его, дайте мне его совсем на чуть-чуть. На растерзание. А я думаю, то есть все очень легко было. Так кто же из вас ласковый и нежный зверь? Александр Жулин. Я вас поздравляю. Вы знаете, в моей душе оставили неизгладимое впечатление. Я в восторге. Я думаю, что это вам очень-очень идет. Молодцы. Могли быть прекрасны, и только техническое несовершенство не позволило вам получить самые высшие баллы. Пожалуйста, тренируйтесь. Если вы не поняли, это же была любовь. Хватит оправдываться. И мы во время любви, люди любят друг друга, и они скидывают с себя одежды, вы понимаете? Это была страсть.